Привет, это игра под названием Босс. И я решил еще немножечко в нее поиграть, пока она находится на стадии закрытого теста. Больше я в нее, наверное, играть не буду, пока она не релизнится. Так, надо себе купить как можно больше персонажей, чтобы заценить их. Кто здесь дорогой? Может, купим вот тебя? О, он всадник. Да, давай мы тебя купим. Покупаем. Зашибись. Мне до сих пор непонятно, зачем они добавили сюда Battle Pass. Это самая бесполезная вещь в мире. Как по мне. Вот этот выглядит неплохо, и он тоже всадник. Так, круто. Давай, выходи скорее. Я хочу кого-нибудь еще приобрести. Например, тебя. Да блин, они все всадники. Я выбираю тех, кто мне больше всего нравится по внешнему виду. И они все всадники. Серьезно, Ричард Первый. Зашибись, берем тебя. Да, да, не шебурши особо. Кто еще есть? Кто еще? Где этот Александр? Я помню, здесь был Александр. Вот он, Александр. Да уж. Ладно. Его мы тоже, надеюсь, заценим. Здесь очень много персонажей, это надо очень долго играть. Выходим. И ищем игру или зайдем в боевой пропуск. Тут нам доступны какие-то новые награды. Кстати, я тупанул. Эти токены можно тратить прямо вот здесь. Написано же, шоп. И можно себе купить... какие-то сундучки. Там внутри герой. Ограниченная покупка. Но мне герои не нужны. Алмазы. Осколок героя. Ну давай купим. Давай купим на все. А, еще 10 монет. И откроем их. Во-первых, откроем вот это. Конечно, выпала ерунда. Смотрим, что за герои. А, здесь просто осколки. Бесплатный герой, бесплатный герой. Но это ерунда, их на 3 дня дают. Это вообще отстой полнейший. О, вот этот, видимо, навсегда выпал. Неплохо. Хоть что-то хорошее. Ну и бесплатный, это ерунда. Все, теперь точно ищем игру. Так, с кого мы будем играть? За тебя мы еще не играли. Откуда она у меня вообще? Я ее не помню. А, это триаловские. А до этого их здесь вроде не было. Ладно, погнали, ищем игру. Стой, обучение за всадников? Ну давай пройдем. Всадники поднимут свои копья к груди, если они достигнут чего? Я могу слезать, что ли? С лошади? Это очень странно управляется. У меня всего лишь меч. Но это само собой. Зачем отдельное обучение-то? Стой, могу слезть? Или мне надо остановиться? Я не могу слезть. Тогда вообще непонятно. Какой-то бред. Ничем ведь не отличается эта игра от обычных персонажей практически. Мы очень мобильные будем и, скорее всего, очень слабые, мне так кажется. Так, езжайте к зеленой стрелке. Нажмите пробел, чтобы прыгать. Все, теперь будут враги, мы можем их лупасить. Блин, слишком рано. Что, обуздать лошадь?
А он до этого у меня не слезал. А теперь слез. Задание выполнено. Ну все, выкидывайте меня отсюда. Серебро дали. Как круто. Ищем игру. Так, пойдем вот сюда, наверное. Хотя напрямую мы пройти-то не сможем. Пошли вот на вторую позицию. А у нас здесь три точки. А как добраться до первой? А, ну вот отсюда мы, наверное, сможем забраться, я не знаю. Погнали, погнали. Быстренько добежим. Список героев очень неудобный, я об этом уже говорил. Они там еще и не по алфавиту. Все, погнали. Скачем, скачем. Так, у меня здесь есть какие-то команды странные, непонятно, что они делают. Но это вот посылаем. Может, они быстро поскачут? Ого, ого! Жестко! Давайте, месите их. Надо убить их голову. Где она? Да где она? Вот она. Умирай! Умирай! А мне надо слезть, чтобы ее добить, или что? Можно мне лошадь вернуть? У меня лошадь умерла. Подло. Подло. Стоп, сесть на лошадь? Че я лошадь захватываю своего пацана? Или мы точку захватываем? Дайте мне лошадь. Все, пока. Ты теперь у нас пешочком будешь ходить. Погнали. Где еще враги? Сейчас мы их раскидаем. На карте непонятно, что там лежит. Сундук, что ли, какой-то? Но я туда не буду скакать, я вообще никуда уже скакать не буду, потому что мы выиграли. Такая вот изи-катка. Хвалим, почему бы и нет. Еще один раунд. За вот этого. Выглядит он очень странно. Но прикольно. Я даже не знаю, куда поскакать. Может, на центр. В принципе, здесь недалеко. Можем ворваться, всех раскидать. Мы достаточно мобильные. И нашу лошадь никто, наверное, украсть-то не сможет, потому что, когда я играл за другие классы, я не мог сесть на лошадь. К сожалению. А то это было бы очень прикольно. Так, мы готовы. Все меня только ждут или нет? Все, давай, поскакали. Ой. Здесь тоже такие команды. Вот что делает 5. Вообще без понятия. Как бы у нас такой треугольник, что ли, получается. В построении. 6 это щиты. Вот, надо вот этих гасить. Жаль, мы не можем по-нормальному ворваться вот так вот. Чтобы все так залетели и всех поубивали. Чтобы месиво вообще жесткое было. Ее надо гасить. Бейте ее, где она? Все, добиваем ее. Спасибо за лошадь. Дружище, теперь вот этих гасим козлов. Вот ее бейте, блин.
Она все силы на меня перекинула. Да, она все силы на меня. В меня стреляли эти козлы, плюс она гасила. Она тоже упала. Я не знаю, поднимут ли меня. Или нет. О, меня подняли. У моих вообще лошадей, видимо, нет. У меня и армии-то почти нет. Да, мы вообще картонные. Нас в легкую раскидали. Да? Это ведь связано с тем, что у нас мало жизней? Или мы просто ворвались? Жестко. О, спартанцы. Давайте, идите сюда. Они копья кидают, блин. Как мне щит-то выбрать? Идем с другими. У вас очень хорошее построение. А могу я в центр попасть? Меня сейчас раньше убьют. Я не могу щит, блин, долбанный достать. Хилься. Блин, так их вообще пробить можно или нет с таким построением? Все, они стали драться, как только к нему подкрепление пришло. Хитрожопый. У нас здесь несколько команд. Тоже. У нас есть лучники. Мой отряд. Если это еще можно назвать отрядом, и еще чей-то. Да, блин, я же хотел отпрыгнуть. Вот это какая-то долгая потная катка, я не знаю. Невозможно, мы вообще проиграем. Ползать я в таком состоянии, кстати, не могу. Так, исцеление у меня есть. То есть, если меня не добивают, я могу подняться? Мы реально проигрываем. Сколько у нас живых? Только я жив. Очень плохо. Я не смогу выиграть. Лучше бы они меня добили. Что за бред? Я одинокий воин. Тут просто горы трупов. Идите сюда, козлы. Я вас не боюсь. Давай, погнали. Лошпеды. Получи по жопе своей. На, блин. Лузеры только и могут толпой забивать меня. Неудачники. Нормально. Мы их осадили. Так, ладно, ставим лайки. Почему бы и нет? Еще один раунд. Поиграл бы я теперь за этого. Он выглядит неплохо. И у него топор. Также у его армии топоры. Где его имя написано? Ричард Первый, вот. Нашел. И вот за тебя надо поиграть. Может, сначала за него? Будем за Александра играть. И пойдем вот сюда. На центр. Центральная линия. А потом поиграем обязательно за Ричарда. Все, побежали. Бежим, бежим, парни. Я могу лошадь вызвать. А вы? Они, видимо, нет. Ну ладно, они добегут. Молодые ведь еще. Где враги? А я могу тебя бить? Могу. Ладно, мои добегут потом.
Идем гасить. Да блин, хана мне сейчас будет. Прыгай! Этот козел застрял. А вот он, крыса просто. Натуральная. Бил меня, пока я был беспомощным. Слезай, слезай, слезай. Как слезть? Лошадь тебе не нужна, погнали. Блин, почему у меня какое-то копье? Можно мне меч? О, вот, можно меч. Это поудобнее, я думаю. Давайте, давайте, гасите. И побежали вон тех лупасить крыс. Которые сначала в меня стреляли. Я туда один прибежал без своей армии. Они меня чуть не убили. Можно я ее добью? Ну нет, это должен был сделать я. Или это я и сделал. Просто она заслужила. Кто еще? Вон там кто-то прячется. Ну как прячется? Дерется. Козлы могли бы и прийти сюда. У них вообще ноль очков. Они ни одной точки не захватили. Вот это успех, я называю. Вот если бы вся его армия вызывала лошадей, было бы неплохо. А то какой смысл одну вызывать? Умри. Просто затащили катку. Они бы не вытащили ее без нас. Да-да, круто. С кого я хотел играть? Вот за тебя, Ричард. Настало твое время. Он выглядит довольно эпично. Посмотрим, хорош ли он в бою. Куда пойдем? Сюда? На центр? Все, погнали лупасить. Этих уродов. Блин, так долго надо бежать, чтобы... так быстро победить или проиграть. Игра заканчивается нереально быстро. Ну то есть, ну что это за сражение, которое длится минуту или две? Вот этого козла гасите. Да почему? Почему я не могу ничего сделать? А если он в щит ударит? Это поможет? Защищайтесь. Долбанные всадники. А вот это что такое? Я вот только замахиваюсь. И мне сбивают атаку. Эти козлы. А когда я на лошадях был, было все наоборот. Этих добиваний вообще не видно. Если честно. Здесь, наверное, больше никого и нет. Где остальные враги? Вот тут кто-то недобитый, но его бегут убивать. А он, кстати, хилится. И вон там. Ну, побежали. Топор у тебя какой-то слабый, если честно. Здесь можно забраться. И там крысят лучники, ну, конечно же. Как по-другому, просто крысит. Ворвались, ворвались в эпицентр. Чё, докрысилось? Больше она крысить не будет.
Ну и все, мы, считай, победили. Вот этого добейте. Победа! Как всегда, достаточно быстро. Еще один раунд. Ищем новую игру. За кого мы будем играть? Может, вот за эту? Или стой. Идем в магазин. В тайнике что нового? Ерунда. Квесты. Целая куча наград. Ладно, нет смысла вообще это все собирать, если честно. Мы просто выходим и идем в магазин. Чтобы купить себе какого-нибудь нового крутого героя. Так, кто из вас выглядит неплохо? Вот это вот выглядит странно. Какой у нее класс? Блин. Арбалетчик. А вот этот Эдуард. Лучник. Йи. Да почему лучники? Вы что, в один ряд все встали? Во. Да, давай тебя купим. Зашибись. Значит, у нас будешь ты. Вот за этого ниндзю. Ниндзю, блин, ниндзя, можно поиграть. Все, успокойся, успокойся, не паникуй. Если успеем, еще за Филиппа, например. Да блин, у него арбалет, я не хочу арбалет. Хоть кто-нибудь, давай, ты. Посмотрим. Может, поиграю за тебя, может, не поиграю. Все зависит от обстоятельств. Мы будем сейчас играть за вот этого. Играть. Пойдем сюда. Почему бы и нет? Тут всего одна линия. Чжан Фэй. Будем играть за него. Потом поиграем за ниндзя. И потом, возможно, закончим. Посмотрим. Почему нам не показывают вражескую команду? Хотя бы просто их ники. Это странно. Просто складывается ощущение, что ты играешь с ботами. Из раза в раз. Но после этого есть как бы загрузка, и там показывают ники. Все, погнали их лупасить. У меня есть какой-то крик, я могу что-то сделать. Так они бегут, а так они поставили оружие. Это может на случай, если на нас побегут всадники. Дальше какой-то крик и что-то еще. Хоть бы писали, что это такое. А, это круг или что? Может, они будут вставать в круг? Вокруг меня нет. Ладно, бей. У нашего вот героя, по сути, очень мощное оружие, но очень тяжелое и очень медленное. Этим должно быть очень сложно воевать. С одной стороны, а с другой, наверное, нереально легко. Потому что если ты этим попадешь, то мало не покажется. Давай, давай, гаси их. Этих овощей. Они это все заслужили. А, его добили, вот этого чувака. Я как раз его искал. Думаю, где он? Вот бежит, вот этого гасите. Куда намылился-то, а? А почему эти просто стоят? Где их предводитель-то? Избивайте его. О, все, давайте, добиваем, добиваем. Да она задолбала, козлы, вы чего стилите-то? Стояла, крысила там где-то сзади, взяла, добила просто. Вот здесь кто-то идет. О, привет, Ричард.
В этой битве тебе не победить, к сожалению. И добивает. Нет, я успел. Так, у вас нет больше лидера. Можно, в принципе, и просто дальше продвинуться теперь. Погнали. Но сможем ли мы догнать этого всадника? У него что, лук? А, нет. А здесь не будет всадников с луком? Или они уже есть? Или это слишком имба? По сути, это слишком имба, если так подумать. Они стреляют, они и мобильные. О, вот, гасите, гасите, урода. Ну и разумеется, он ускакал. Ой, ему лошадь убили. И сразу закрысили его. Толпой просто загрызли. А, да, можно же бить после конца. Ну, он, в принципе, неплохой, не знаю. Вот, за тебя я еще хотел поиграть. Ищем игру. Пойдем мы вот сюда. Четвертая линия. Будем их раскидывать. Не оставим ни единого шанса нашим врагам. Они все сегодня лягут замертво. В большинстве случаев мы побеждаем, поэтому, может, мы реально сражаемся с ботами какими-то или что. Очень странно. Очень странно. О, опять эта карта пустая. Вообще, если смотреть на скрины этой игры в Стиме, то они там такие красивые, красочные. Ты думаешь, вау, вот эта игра. И что мы имеем на деле? Просто древние текстуры 2000-х годов. Серьезно? Им это явно надо подтянуть. Особенно изменить вот эту локацию хотя бы для начала. Ну, потому что она выглядит максимум бога. Вот лучники. И на лошадях. А я говорил, что это имба. А, мы же играем за долбанных ниндзя. Мне надо, наверное, как-то крысить. Блин, отходим, отходим. У нас есть сюрикены. У нас есть стрелы. О, давайте вот этого загасим. Вот он, лох. Давайте точку захватим, нет? Почему все убежали? Идите ко мне, вы моя армия или нет? Почему меня все кинули? Вам что, не важно мое мнение? Что они делают? Они тренируются или что? Вы что, дураки? О, гасите, гасите его. Все, добивайте, добивайте. Это, наверное, последний был? А, нет, вон там еще есть. У него очень приемов много. Ладно, они бегут, не бегут? Они не бегут за мной. Почему они не идут за мной? Почему? Почему они не слушаются? Глупая армия. Вообще, такие олухи. Ого, ого. Сколько там отрядов-то? Два? Мои наконец-то бегут, но они, видимо, не за мной бегут, а вот за этой женщиной. Она для них имеет больший авторитет, чем я. Давай, применяй свою штуку. Бесполезную. Давайте, деритесь, козлы, блин. Ассасины вонючие. А где ваш лидер-то? Кто вас сюда послал? Внизу только остались враги.
Я-то вот могу спрыгнуть. А они будут обходить. Они за мной бегут? Ура! До них наконец-то дошло. Что они в составе моего отряда. А не вражеского какого-то. Бежим. Один лидер. Ее если сейчас добьют, то все. А ее не добивают. А, нет, вот и стоит. У него не особо много жизни было. Да уж, этот мне вообще не понравился. Хвалим, 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 хвалим и выходим. Ладно, вот такая вот игра. Продолжать дальше мы в нее играть не будем до релиза, потому что это все бессмысленно. В дальнейшем все равно всех персонажей обнулят. А на данный момент я наигрался. Посмотрим, что они обновят к релизу, надеюсь. Что вот эту вот локацию они полностью переработают, потому что она выглядит достаточно пусто. Ладно. Как бы там ни было, думаю, на этом можно закончить, поэтому пока.